Хорошая новость для жителей старого жилфонда. Внесены дополнения в программу переселения из аварийного жилья. Кабинет министров на очередном заседании распределил объемы финансирования в рамках переселения граждан из жилья, признанного аварийным, до 1 января 2017 года. Средства фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета, а это почти 100 миллионов рублей, уйдут в 5 муниципальных образований. Таким образом, новое жилье взамен аварийного получат жители Аликовского, Порецкого, Урмарского районов, городов Алатырь и Шумерля. Задачи по сокращению аварийного жилищного фонда обозначены в национальном проекте «Жилье и городская среда».